победную. Коранов уже по этой игре было. Жесть. За все это время я понял, что 15 от 2 стейджей. ХП и лазеры. Ну может еще тайминг. Может еще последний стейджи. Хорошо идет. Я даже вроде ни разу не умер. Нет, я умер два раза. Сам не понял где. Естественно. И заспаем. Началось. Такое сливание. Баланс, все дела, да. Особенно тут видим баланс. Удачи просто. Какой прыжок сделать. Повезло. Внезапно не могу сделать диагональ. Это даже не диагональ. На самом деле это даже полегче, чем диагональ. Окей. Где-то я должен пофармиться, да? Фарма нереально жить. А, тоже этот сил.
тоже коня. Вау, я теперь никуда не могу. Окей, потенциальная стена на экране. Мне это не нравится уже, как идет. Я хочу так сделать. Надеюсь, хотя бы платформы лучше пойдут. Ха-ха, грин прыжка со смерти. Веселый прыжок в конце, да, класс, понимаю. Ха-ха. Хороший стейдж. Это следующая стена больше, чем лазер даже. Лазер хотя бы можно выучить. БХ. А это не учебина. Это тупо ж... Плюс ХП еще. Класс. Всегда мечтал. Конец. А тут уже получше дизайн. Тут прыжки поинтереснее. И на них умирать нельзя. Так сильно. Как там. Хотя вот эти 16 пикси. Окей. Серьезно не долетел? Да ну. Окей. Шестнадцать пикселей, пожалуйста. Не будьте такими. Почему я не могу этот дроп сделать? Он живет. Беда с дропами. Ну и последний сегмент, конечно же, невозможен. Важно. Что только сказать. Он пройдется. Так. Налог стат. Ой. Стапнулся, да. Я. Ну, я хочу так сделать. Я не могу. Это сетап? Это сетап. Но я не долетел. Окей. Вот это вообще забей. Как ты? Это стоишь такой плохой. Хорошо ж играли, ну чё ты? Поймайся, давай. Мало хп. Какая же дурка.
Я не могу. Неважно. Представь, пожалуйста. Спасибо. Не шансы. Шансов нет. Окей. Ух. Это было быстро. О, уже на Оазис. Кепка. Я не могу. Окей. Вот это реально сейчас изи сообщать. Да, Данил, пока ты не пришел сюда, тут был аутбрейк. Короче, 35 минут. Я тупо на косок фармил, который финальный. А если бы first round было бы сап 30. Зато я помню каждую ловушку. Не помню вот это. А. Не-не-не, это не так делается. А. То есть мне должно вообще быть похер на вот эту всю фигню. А. Я думал, мне надо всегда через центр. Окей. Второй худший стейдж. И последний. Пожалуйста. Thank you.
Фух. Всегда страшный дроп. Окей. Минус одна пипега. Блин. Поймал быстрый цикл. Пофиг. Окей. Фух. Самое сложное пройдено. А, точно. Курсор. Ух. Я забыл. Блин. Ну уже, это не такой сложный стейдж. Экран. Это вообще самый легкий экран из всех. Окей. Ну, куда ты бежишь? Блин. Смог. Неважно. Может, и не самый легкий. Тупое застревание произошло. Окей. Фух. Блин. Неплохо иду. 10 минут быстрее, чем в прошлый раз. Ну все. Это победная. Должна быть.
Да лол, почему это так сложно? This is fine. Кстати, на рандомной хрени сейчас бы. Окей. Спасибо. Да, так и надо все же. Окей. Как я так попадаю? Лучшие кадры. Хаус. Окей, конец. Неважно. Внезапно я оформлю. За почему? Какой сложный не иду. Окей. Эту стейдж. Серьезно? Окей, наконец. О, баганутая хрень. Не знаю, как это происходит. Окей. Эй, грин фан. Почему я не могу это сделать? Конец.
Я должен был это не так сделать. Ой. Уже ласт. Отлично. Возможно, тайминг. Пожалуйста, завтра сейву. Это было быстро. Ну все, это победная. Определенно.
Я не могу. Это дело. Вот так. Невозможный дроп. Да, посрал. А, это двойной эскобар. Значит, можно не брать. Ой. Я не могу. Невозможно взять. Торжество фулджампов. Ого, отлично. Может это даже саб 40? Хотя нет, вряд ли. Это было бы слишком хорошо. Хотя шансы есть.
Я научился проходить тут лень. Прямо не слишком тонко. Это радует. Ой. Окей. Что это вопрошка, это хорошо. О, уже финальный. Ну да, это не САП-40. Даже если я это сейчас построю. Это прям слишком долгий. Ну, диагональ. Теперь точно не САП-40. Мне не надо было. Ой, я, ой. Блин, уже не первый раз такая ошибка. Ненормально. Ну да, синий прыжок. Он тоже жесткий. Отлично.